Всем привет, народ. В общем, сейчас я подъезжаю к Игрокову дому. Сейчас они меня должны встретить. И будем производить уборку Игрока на квартире. Я купил мешки, там, перчатки, в общем, все необходимое. И это. Сегодня будет, короче, у нас уборка. Ну, а после уборки мы снимем, на что готов мужик, ради там какой-то определенной суммы рублей. В общем, погнали. Сейчас я их жду, я уже подъехал. Сейчас их жду и... Пойдем к Игроку на квартиру, посмотрим, как он там убрался. Он тут раз говорил то, что он вообще убрался там чуть-чуть хотя бы в прихожей. Ну, мне кажется, он напиздил и ничего он не убрался. В общем, жду его и Санька, и трогаем. Санек, а ты что несешь? Сейчас садимся. Мусор? Да. Ну что, здорово с подписчиками моими. Здрасте. Здрасте. Открой багажник, короче, смотри, что я тебе купил. Доставай вон мешки, веник, совок. Ага. Доставай. Это все тебе, перчатки. Это, ну, там две пары, одна тебе, одна Саньку. Бери веник. Сколько ты занял? 7 мешков. Будет мало, потом... Да совок-то у меня есть. Или... Ну, сегодня уберемся, насколько уберемся. Если не уберем сегодня, продолжим другой день. Мешки, смотри, как поступаем. Сейчас вот весь храм у тебя выгрузим мешки. Вы выносите все это на улицу. Здесь все ставим. И потом отсюда все выносим на помойку. Готов? Да. Ну, ты там вообще хоть чуть убрался, я говорю? Да ладно, нахуй. Понятно, короче. Ну, как я и думал, нихуя не убрался. Нет, у меня там мешок, как эти пять. Нахуй. Я хотел, в общем, нанять людей, которые у тебя будут убираться. Мне там кое-кто писал, но писали и потом замолчали. Литер, короче, не особо, видно, интересно это стало. В общем, ребята, сегодня они убираются на своей хате, сейчас они уберутся, а потом сколько денег, я думаю, подумаем. И сразу после этого видоса, после твоей уборки, мы снимаем настолько топ мужик. Настолько то в самец, без разницы, в общем. Задание у меня будет прикольное. Кто смотрит мои видео по КД, те поймут. Задание будет называться «Глубокая глотка». Глубокая глотка, ну, ты чувствуешь? Санёк, пойдем. Сегодня, короче, после уборки квартиры его снимаем на что готов мужик. То есть у вас сегодня два варианта хорошо заработать денег. «Глубокая глотка» будет задание называться. Чего? «Глубокая глотка». А глотка здесь при чем, блядь? Ты тебе ничего не надо будет есть. Тебе да. Ничего не надо будет есть. Тебе надо просто будет засовывать в рот. Ну, ты уже понял, да, что? Да. Ладно, все, погнали на квартиру. Да ты, блядь, вот раз шурму нахуй прицелу засунул, блядь. Да ладно. Погода сегодня у нас отличный, идет снежочек, прям вообще кайф. Погнали. Этого я засовывать это не могу, у меня вкуса маленький есть. А, сейчас на квартиру пойдем. Там все шмотки, там, которые нужны, оставим, а другие выкинем. Игорек, что мусор, а что нет, определяешь ты, так что мне без разницы. Мне тоже. А Саньку вообще без разницы, я хочу все выкинуть, что надо, блядь. Заходи, Саня. Совок у меня положили. Это тебе же положи? Ну да. Да я тебе купил, зачем тебе? Походим, скажу. Ну что, заходим? Так. Заходим. Ревизора, блядь? Да. О, за денег спасибо, денег нужно, блядь. Это, Санек, ты хоть раз на самолете летал? Да. Летал? Хочешь еще полетать? Не. Ну, привязан к багажнику. Ребята, напишите в комментариях, в общем, я хочу сделать такое прикольное видео, в общем, да, покатать их на самолете. Еще. На каком? На курутнике. О, у тебя свет горит? Не, ну ты тут, конечно, воняет тут пиздец. Да. Воняет тут вообще нахуй. Здесь даже хуй знает, что начинать нахуй. Что начать? Вот эти все пакеты сразу в мусорку, ну сразу в мешок нахуй. А вот такой вот мешочек не хотели бы нам? Гаёк, у тебя тут люди не дохли, не? Пиздец какой-то, блядь. Ладно, блядь. Санёк, скоро у тебя так будет? Не, а, мне-то сейчас полы помыть, это все нормально. Саня, ты будешь помогать, давай. Дай ему перчатки ты, Гаёк. А, да, на перчатки. Ёбаный вот, тут 7 пакетов мало, нахуй. Я тебе говорю, смотри, какой мешок. Ого. Да весь Санёк залезет. Игорёк, фу, бля, я еле дышу тут нахуй. Это, ты вот эти все тряпки, они тебе нахуй не нужны, ты тоже их в мусорку, ёпта. Так, ладно, это нахуй.
все в мусорку, все, это тебе нахуй ничего не надо. В общем, ребята, уборка началась. Работают они вдвоем. По времени надо убраться. Да ну, ладно, здесь час. За час, да, уберете. Ну, отлично, что. Так, сейчас вот тут поснимаю я тоже. Ну, здесь вот он что-то тут наводил. Тут я тут, тут спал, что походу, что кто-то. Вода бежит. В общем, вот такая хатка. Там пауки нахуй живут. Ну, это не суть. Конечно, пиздец момент. Так, ну вот так вот выглядит ванна. Здесь вот бегут братья-акробаты. Сань, ты чё там, блядь? Я снимаю, Игорёк. Ты не отвлекайся, ты работай. Ну, я-то не работаю, нахуй. Так что работайте вы. Пиздец, в общем. В общем, ребята, у кого такая ванна, лайк точно ставьте. Будет понятно, что у всех. На клиничке у тебя тут. Какой-то холодильник, блядь. Макарошки, видишь тут. Ты тут иногда готовишь, да, Игорёк? Все, все, выкидывай, все нахуй, блядь, в мусорку. На свалку, все, выкидывай, все кастрюли, все банки нахуй. Конечно, блядь. А, да, блядь. Куда попадать? Блядь, тут, сервис, блядь. Тут просто все надо под ноль выкидывать, Игорёк. Ладно, ладно, давай. Не усложняй. Чай выпнут, соль выпнут, да, Сань? Ну, Саньку можешь отдать соль. А я что, блядь, чем? Соль у Санька есть. Соль у Санька есть, ну ладно. А мыло и веревка есть, Санек? Чего? Мыло и веревка есть? Есть. Да. Ну что, ребята, вот так вот все это происходит. Это вот на этой кровати ты спишь, Игорёк? Нет, я смотрю, блядь. Да. Ебать, у тебя во всю стену, блядь, паутина нахуй. Охуеть. Это я статюля. Ты не видишь, ребят? Да, это тюль. Вот, видно, видно, ребят. Вот, видите, паутина. И, короче, она прям идет вот так вам всю комнату нахуй загорает. Хрен жал. Ох, ебать. А как ты хотел? Вот, блядь, все ты это нахуй мусор сюда наносил, вот теперь выноси ее. Ребята, кто вот. Сразу хочу сказать, многие просили у меня снять уборку. У тебя на квартире, Игорёк, многие писали в комментариях, блядь. Сделай уборку у Гайка, нахуй. Сделай, типа, ну вот сегодня, ребята, делаем уборочку. А то тут будет пиздец. Я уже потихоньку привыкаю к этому запаху, который тут. Ну, нормально. Нормально, блядь. Да хуйня, дружок. Ну это, Игорёк, ты похоже, по-моему, в прихожей ты убирался, да? Нет, да, по-моему, тут раз. Ты с такой плиткой опасно, а то мало ли чего, замыкание там произойдет, еще что, блядь. Кстати, ребята, Игорёк смотрит все мои видосики вот с этого телефона. Блин. А это ты мне там комментарий написал, да? Че? Что-то там Пантелея, там это. Я тебя узнал, ёпта. Я ж подписывал. А где шаурма-то, блядь? Все смотрел. Я тебе потом покажу, куда зайти, посмотришь. Бля, мешок пиздец огромный, туда весь целиком можно залезть, нахуй. Так. Венечка. Что тебе надо? Да ладно, вон, еще мешок можно кидать не куда-то. Санек, ты можешь отдельно брать мешок, отдельно все шмотки. Да, как сейчас я повыкидываю, что ему нужно, блядь. Да тут все ему не нужно, нахуй, Санек. А не, вот, блядь. Он труселя, Санек, можешь одеть, постирать. Санек, ты если тебе вещи какие-то нужны... Это палка, с которой я хожу, блядь. Санек, ты если вещи тебе какие нужны, ты можешь сюда приходить, брать в аренду. Набирай, блядь. В секонд-хенд, как-то. Да. А что ты, блядь, Слава, такая? Ебать, там таракантик. Блядь, тут надо стоять аккуратно, а то на меня еще попрыгают, нахуй. Во. Сань, давай, не
болтай. Блять, и Саша. Хорошо, что я еще веник взял, да, Игорек? Здесь можно. Да веник? Если бы мы. Да как откуда у тебя ее веник-то, моя? Это все равно, что глубоко по стакану. Ебать, мои соски, А ты окна иногда вообще открываешь, проветриваешь тут, не? Ну, он на кухне откроется 25-го года, в квартире трудящиеся. Не знаю, видите вы там паутину, нет? В общем, вот такая вот паутина, блядь, открывать не хочу, пизду. Вон вилки валяются, зубная щетка, блядь. Пиздец вообще. Че? Сигарет нашел? Ага. Да у тебя тут, блядь, можно что хочешь, что угодно найти на. Да тут можно и труп. Вон палка у тебя он за стенки стоит. А потом там сзади. Икона висит. А, ебать мои носки, блядь. Блядь, накатить далеко, сука. Чё, мусор? Ну да. Так, ребята, вот снимаем бандита, блядь, который сидит под этим краешком листочка. А вот, вот он, вот он, вот он. Вот он. Такие вот тут живут. Блядь. Да я убрался. Санек. Фиолеточку получил. Вот, видишь, дед такой работный. Пришел, Гаян убрался. Лешку получил. А нет, даже литр бы, блядь, поставил. Сапарь. Ну вот деньги заработаешь, поставишь. Кто тебе мешает? Я на ставку поставлю. Так вот что-нибудь выиграешь с тех ставках-то, не? Вчера до 800 рублей с 200 понятно. Кстати, ребята, Игорек играет на ставках, выигрывает там какие-то деньги. Леон, быть. Поднял, блядь, на сигарет нет ни хера, блядь. Или поднял, ебал, правильно, поднял или спустил, блядь. Саня, кроме нахуй тебе скинь. Карточка есть, блядь? Я тоже, блядь, снимаю. Прежде чем, блядь, надо их вывести, скинуть в ЖК, блядь, и скинуть на карточку, блядь, если чё. Тебя не катывают. А смысл тогда хоть играешь здесь? Санёк, Санёк, да. А ты чё, не хочешь на самолёте полетать? Да как ты хочешь самолёте всё прокатить? На обычном. На кожаном, ёбаный! На самолете на обычном покататься не хочешь? Где, в Куртышках, что ли? Нет, в Воскресенске. Вот, туда еще, блядь. Да хуй не покататься. Ну ты боишься вообще летать высоты там? Да нет. Не боишься? Я больше высоты боюсь, блядь, 4-5 этаж. Я их хуй бояться уже, блядь. Ошибёшь там, ошибёшь. Не, ну за тысячу долларов прыгнул в прошлом. За хуище, блядь. Я один раз прыгнул. За 1000 долларов, мне кажется, в любой выпрыгнул. Да ладно. Че, ладно, я вообще без проблем за такое, что ты за такие деньги прыгнул. С инструктором прыгнул. Да, с инструктором. Санек, а это ты будешь без инструктора, Санек. Да, раз и не открылся, сука. Придерялый, сука. Блядь, не пизда. О, бля, кстати, уже чищательный набор. Чище, да? Давай, потом жарко нахуй. Да ладно, блядь, ребята, не буду снимать. Пешок, блядь, разбегай. Вот, блядь, она в пыли нахуй, блядь, тоже жарко. Не буду снимать автостопами, потому что это очень много времени надо будет. Большое видео получится. Буду с ним делать паузы. Кыш, блядь. Нахуй оттуда, сука. Санёк, ну чё, как, вспотел? А чё, не видел, что ли? Жарко. Нихуя я ничего не делал, кроме мешок себе держал, на диване себе. Я тебе говорю. Если дышать нечем, блядь, ещё пыль нахуй встал, блядь. Санёк, иди, пожалуйста, открой окно на кухне. Не открыл? Нет, ещё. А я всё думаю, что, блядь, знаю, как там что открывать, что, ну ты сюда ходишь уже иногда. Ну я жопу-то не открываю, блядь. Будешь ходить открывать, типа, ёпта. Ну нормально, да? Ну вот, блин, где ты стоишь, почище стало. Ну тут всё, надо выкинуть под ноль. Не, который не нужен, Санёк.
Ну что это? Погоди, погоди, постой, пока Сигарев все равно отдыхает. Ну что это? Сейчас после уборки-то будешь к заданию готов, не? Задание, смотрите, я так скажу, задание будет выборочное. То есть, если вы сделаете, вы получите денежку. Если не сделаете, вы не получите вообще. То есть, я куплю ты два банана. Ты еще хуй предложил, в рот засунуть. Я, Санек, я куплю два банана. Смотри сюда. Я куплю два банана, один тебе, один Игорьку. И надо будет засунуть целиком ему в рот. Глотку, блядь, порвёшь. Нет, если ты засунешь, получишь 500 рублей. Если получишь 500 рублей. Да чё, блядь, я чё, блядь, этот, блядь. Метатель нахуй, блядь, как там, блядь, сабли нахуй, метатель, блядь, ёпка, это бананы, блядь, ёпка. Бананы, вот ты, да просто запихнул. Твоя задача не есть его, Саник, твоя задача засунуть, высунуть. Засунуть, высунуть, сука! Вон, сука, засунуть, высунуть! Нет, 500 рублей халявный. Да ебало, в рот, не хватало глотку порвать там, кстати. Ну попробуешь, Санёк, как у тебя получится? Я что, не знаю, что ли, я даже пробовать не буду. Ну я куплю, а ты посмотрим. Ну тогда... Ну ты пробовать будешь? Не знаю. Но это халявно 500 рублей, я вот так говорю. И кто вот выполнит, тот получит. Вот такой конкурс. А кто глотку порвет, что не получит? Никто не видит, да это как ты порвет. Может банан. Вообще весь целиковый зайдет. Это банан, ничего такого в этом нету. И что, у меня там еще перегородка, что встанет, блядь, чтобы туда вместе нафиг берет. Ну не надо ничего не знать, кстати. Давай, Санёк, одевай перчатки нахуй и пошел копаться, блядь, как крот нахуй. Шапку одень только. Хули здесь копаться, блядь. Найти можно было. А может найдешь что-нибудь? Может соточка где валяется? Блядь, сделали, блядь, один мешок, два мешка, уже перекур. Давайте работайте, ебаный в рот. Ладно, пусть покурит. Малый устал. Малый устал? Нихуя не делал, уже устал. Сань, тебе кожан нужен? Нужен кожан? Нахуя? Смотри, пока предлагаю. Мне свою дрему достаточно. Еще твою тащить бьют. Ну тихо ты, блядь, сейчас еще сожги, блядь, квартиру на пятницу. Незабвенный Арманд. Получилось так, что она была... Блядь, ну курили, сука. Давайте работайте, блядь, инвалиды нахуй. И Фрукция, без сомнений, приложила руку к тому, чтобы соперница... Ой, хорошо, чаёчек холодный. Стола он там сразу выкинул. Конечно, старелка, блядь, у вас всё, блядь, так просто, нахуй. Ну, Сань, купи тебе сервиз, блядь. Куплю я тебе сервиз, давай работай, нахуй. Ну, мне начинает нравиться затея. И потом это, в чем самая сущность вот, эти, вот этой уборки, потом все мешки выносит Санек. О, точняк, да, блядь, нагрузили здесь, блядь, вдвоем его поднимать надо. Да я шучу, я. Вот он, ёбка. Ну, если поднять, я себя поднимал, спускаться, блядь, если тащить его, блядь. Взял нахуй. Санек, по три мешка тебе на спину, Санек. Хуя, чё ты такой снаги, что ли, блядь? Да нет, я бы что-нибудь, блядь, сожрал бы нахуй. Видишь, как, блядь, Сань? Да, да. А ну, конечно, ему проще сожрать, чем у тебя убираться. Ебать, снимай быстрее, смотри. Саня, отойди. Смотри, пиздец. Ебать, там улья. Рой, смотри. Санёк, я мне у себя-то, блядь, дома падло убираться, блядь, ёпта. Тебе, кстати, модем не нужен? Мне ничего не надо. Ну хорошо, сейчас а хоть... Пиджак, Санёк, будешь на себя! Ребята, кому пиджак нужен, напишите его. Ну, я скажу, куда мы это все выносим. Подойдете, возьмете. Бля, может, сейчас пачку найдем. Хорошо, хоть сейчас, блядь, мне девку убралась дома, блядь. О, понял, он ничего не напрягается. У него сон бардак, а в понедельник подвигался людей. Санёк, какой тут бардак, это, фу, блядь. Блядь, кости, сука, прилипли, блядь. Пиздец, нахуй. Вон они сидят сверху, блядь. Сука! Да, ясно, нахуй. Блядь, где тут молоток-то, сука? Чё ты там молотком стучишь-то? О, блядь. Понятно, тарелку обстукил. Блядь. Чего ты, нормальный? Санёк, Игорёк, есть противогаз? Бля, надо собачки какой-то. Собачки жалко. Ну, миску оставь, да ещё пускай стоит, потом будет.
если не сильно. Я там плесик там. Его адъютант, полковник госбезопасности. Бля, спроси там, как модем нужен. Список женщин. Кому ты нахуй модем нужен? Там больше 200. Берия просто выбирает. Вазелин, все надо, все, сука, надо. Зачем помощники пойти? Блять, веревка есть, что. Вазелин-то тебе зачем? Жопу мазать. Ну мажут, блядь. Да, да. Да ладно, нахуй. Нашла Лариса. Лариса. Слышь, Гаёк. Да ладно, не мой, я его отнесу. Слышь, Гаёк, у тебя сотрудники полиции ходят вообще домой, не? А почему? Зачем? Ну, ты там уже дохуя денег должен. Приставы ходят к тебе, не? Приставы? Ой, не оплатил? Когда, блядь? Когда ты платил? В том году, на? Чего, блядь? 31 штуку, на, платил. 31 штуку, когда ты платил? В том году? Ну да, это описано еще. 31 штуку, у тебя, блядь, задолженность, там, хуй знает какая, блядь. То есть, если ты... Вот, если ты... платишь хотя бы по 5-10 тысяч, ты не считаешься взносным неплательщиком, по сути. Да, то есть, только у тебя держать. Долги ебанутся, а какие? Похуй, а похуй. Да. Похуй, то, что... Нихуя, я тебя... похуй то, что ты это все должен все равно будешь вернуть государству. Вот что, не похуй. Понимаешь? Ты думаешь, чем у тебя больше долгов, тем лучше, даже если ты платишь. Долги-то копятся, ёп. Кого это драл, блядь? И когда-нибудь придет момент, когда тебе придут сотрудники, вот эти приставы, опишут у тебя хату, нахуй, и выселят тебя в коммуналку, ёп. Мне уже даже люди писали по этому поводу, Игорчаныч. О, бля. А потом придет очередь Санька. Я уже тебе ну, вот. Тебе нечего бояться, Санек. Санек, тебе нечего бояться, тебя выселят на улицу. Ладно, Сань, давай, не надо нам дойти. Не буду вас, вам настроение портить, да. Теперь, не будем, могу. Так, ребята, вот я встал уже на то место, где мы чуть-чуть убрались. В общем, вот тут вот сейчас вот так вот. Вот здесь вот бегают у Горькова друзья, бля. Вот они, смотрите, видите? Это все... Бля, а сколько у тебя прилипших-то, пиздец? У тебя тут нахуй мумия, бля. Мумия тараканов. Свет. Здесь вот он спит, в общем. Здесь что, покажи, где я сру. Ебать, паук, смойку здоровый, пиздец, он тебя так убьет нахуй. Это черная вдова. Какую-нибудь хуйню тебя занесет под кожу, блядь. Да хуй с ним, ёпты. Я и так скажу. Вампиром станешь, нахуй. Человек-паук, ёпты. Человек-паук станет. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну что такое, блядь? Какие-то кости, блядь, уже засохшие, блядь. Сгнившие, блядь. Блядь, сало какой-то. Не блядь, сало, Игорёк, это я... грудинка. Хочешь попробовать? Грудинка, будь там. Чё ты? Перекуси. Я тебе вчера варил. Свежак, да? Я тебе вчера варил эту грудинку, ё. Хуячий, 250 рублей. Если пойду туда, там вот почище. Опа. Да, бля, Игорёк, нахуй. Пиздец, ты живешь, конечно. Хорошо, да? Это ужасно. Отсюда бежать нахуй надо. Ты, блядь, как ты, блядь, тут живешь, я в ахуе вообще. Тут надо все под ноль выкидывать. Вызывать, блядь, службу, которая занимается вот этой всей хуйней, дезинфекцией, блядь. Тараканов тебя тут морит, блядь, пиздец, нахуй. Да ладно, они сами скоро выйдут. Сами уйдут скоро таракан, да? Ко мне идут, давай. К Саньку, да. Как девушка, я должна быть рядом. Ребята, если нравится видос, поставьте лайк. Под этим видосиком. Блять, это рядом. Также не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте. Я там делаю частенько всякие опросы. Инстаграм тоже подписывайтесь. В общем, все ссылки будут в описании под этим роликом. А мне Фейсбук пишите. У тебя нет Фейсбука, не пизди. У меня есть Фейсбук.
У тебя есть... У меня даже нету Фейсбука, а у тебя, блядь, есть... Я зарегистрирован в Фейсбуке. Бля, качка моего полка. Охуеть, у игрока есть Фейсбук. У меня нет Фейсбука, у него, бля, есть, нахуй. Санёк, а у тебя есть Фейсбук? Да, у него MySBand, нахуй. MySBand? Понятно. Русская народная ложка, он валяется. Чувство тяжести, запор или диарея. Вот эту хуйню надо всю, блядь. А ты что думаешь? Ты, блядь, у тебя так же будет, нахуй. Да. Нет. Чего не... Хочешь зайдешь у меня посмотришь? Да это ты пока тебе убрались, А так-то, блядь, так же запустишь, да? Конечно, запустишь, ёпта. Я только могу запустить, когда у меня бутылки от них стоят. Они кого-то не стоят никогда, блядь. Ну я потом мешок собираю и выкидываю, блядь, когда мне надоедает. Сань, ну как это может надоесть пить постоянно, блядь? Не пить, бутылки пустые надоедают. Вот знаешь, что я никогда не понимаю? Вот в чем прикол того, что вот вы бухаете, вот просто, я не понимаю, это, блядь, доставляет вам удовольствие какое-то или что? Конечно, удовольствие. Блядь. Я кончаю нахуй от этого. Не, ну, блядь, расслабляешься. А делать нет. Расслабляться можно по-другому, нахуй. Поешь песню, ну, да выкидывай, ёб, свитер какой-то. Вот брючки есть, брючки. Санёк, вот брючки тебе надо, Санёк, смотри, какие парадные. Будешь ходить на... А дальше, блядь, всякие концерты, блядь. Так, вай. Вот такие, Саня, вот такую хуйню покупай. Вот такие вот бери. Да, блядь, вот эти такие были мешки, такие купил. Это, еще, ребята, у меня просил один человек передать, он передает. Передаю привет Жене Иванову. Поселок Шеусна какая-то. Я не знаю даже, где это находится, блядь. Вообще, походу, это очень далеко. В общем, привет тебе, Женек. Я не забыл, передаю тебе приветики. Так. Ебать там. Стирку. Ну ты будешь все носить, да, Игорь? Вот это все нахуй. Давай, Санек, давай. Работаем. Сейчас, скажи, Санек, я не работаю, мешок заебался держать уже, да, Санек? Кстати, там паук, смотри, такой паук, блядь, пиздец. Не надо, ну, кофта нормально, смотри, постираешь, будешь носить. Чё, на той же, смотри. У себя оставь. Ребят, кофточка нужна, если чё, обращайтесь. Подъём. Скажу место, где куда мусор вывезет. Неужели, блядь, я уберусь наконец-то? Да, наконец-то ты уберешься, блядь, здесь. Через две недели, блядь, приходи, то же самое будет опять, блядь. Это как вы там убирались, блядь, вот такая же хуйня, здесь только стоит забухать, все, блядь. Ты даже не напомнил, что я сегодня трезво убираюсь. Что бывает крайне редко, блядь. Ладно, ребята, в общем, я их оставлю. Не буду им мешать, в общем, они сейчас будут убираться, я поеду пока по своим делам. Через какое-то определенное, подожди, через какое-то определенное время приеду, посмотрим уже, что они тут сделали. И вы сами все увидите, в принципе, что мне рассказывать. Дай Саньку сотку на сигарет сходить возьму. А у меня деньги на карточке. Можем зайти, я тебе сотку могу иди купить. А я пока тогда сразу. Только дверь давай закрывай. Что, идем? А где они есть? Двери? Сигарет тебе купить, да? Да. Сань, ну, ты с моей хаты не сожги ты нахуй. На хатке, Санек, на хатке. Как тебе запах там у него, Саня? Пиздец, молчи. Фу, бля, здесь хоть может что-то дышаться. В общем, ребята, сейчас мы пойдем в магазин, я куплю ему сигарету, они пойдут дальше убираться, я поеду по своим делам. И потом через какое-то определенное время подъеду. Так, ребята, в общем, сейчас я еду к магазину, куда идет Санек, чтобы купить ему сигареты. И поеду сейчас на моечку, куда я помою свою машину. Так, у меня тут главное, я не знаю, вроде главное. Санек, он вот топает пешочком. Ой, бля. Да, сейчас здесь поставлю.
еще я сигарету ему куплю, а то, блядь, они без сигарет не могут работать. Какие-то кучи. Короче, нету нормы вот этого, ёбаного. Зато я уже ты куришь, не? Да, вот бы я, это, когда сотка есть, а сотку куплю. Понятно, ну давай, все. Что он сказал еще? Тебе надо... Коктейль. Коктейль, да. Давай, давай. Кто ты там запах? Есть коктейль? Нет? Да, о, привет. Привет. И коктейль полторашку. Все, да? Да. Все, пойдем. А ты такая цена? Это. Ксюха. Кто? Ксюшка. Ксюшка? Ой. Блять. Сам не упал и чуть меня не сбил. Санек, что это за Ксюшка-то? Ну ты... пойдем. Помнишь, рассказывал, блядь, с клюшкой ходит, нахуй, ёпта. Все подъебывали, бабка, нахуй. А, не... Она... Березка, блядь, подъебывали все. А, короче, ладно это. Все, давай, я позвоню на связи, убирайтесь. Ага, давай. Все, поеду домой.